решился жребий. Двукратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская. Что такие могут быть слова? Только лишь слова восхищения, потому что те элементы, ту программу, которую показала Маша, она выполнена. Но я бы мог поставить ей очень высокие оценки. Но, видимо, судьи могут немножко придержать Николай, потому что все-таки будет в конце кататься и Кван, и Малинина. Вы знаете, Александр, мне кажется, что вот для Марии было очень важно хорошо выступить в короткой программе, потому что, несмотря на то, что она выиграла квалификацию в своей подгруппе, тем не менее, у нее было там и падение, было несколько досадных очень ошибок. И вот как бы вернуть эту уверенность в себе вот было, необходимо было именно сегодня. И ей это удалось. И я знаю Машу, тем более, что у нее действительно, вот когда она уверена в том, что она все делает в короткой программе, на произвольную программу она выходит совершенно в такой в хорошем смысле слова злая, и у нее настрой на победу, только на победу. И тем более, что я думаю, что она вполне, у нее есть шансы бороться за первое место, за золотую медаль, я не побоюсь этого сказать. Ну, во-первых, это совершенно уже другое фигурное катание. Здесь и женственность, она вот отличается явно вот от молоденьких девочек, потому что мы здесь видим такое, что им в их возрасте просто недоступно. Ну, я могу сказать еще вот такую вещь, что, конечно, у Маши, если можно так сказать, у нее, ее катание, если можно так сказать,
видна история пути ее вот к вершинам спортивного мастерства. С 5 лет начала заниматься Маша фигурным катанием. И вот сейчас я думаю, она... что вторая оценка будет еще выше. Да. И вот сейчас она как раз подошла, я хочу продолжить свою мысль, вот именно к пику. Дай бог, чтобы этот пик был подольше у Марии. О, ну, браво. Даже одна оценка 5,9, а все остальные 5,8. Очень высокие оценки. Мария Бутырская становится, естественно, лидером. А вот сейчас нам показывают в кулуарах Дворца спорта Татьяна Малинина.